Всем привет! Вы любите книги так же сильно, как любим их мы? Готовы ответить на наши вопросы и получить за правильный ответ книгу в подарок? Мы – участники волонтерного подросткового объединения «Нокаут», работающего в детской библиотеке имени Пушкина. Объявляем старт интеллектуального забега «Бегущая книга Росатома». Этот литературный проект уже объединил разные города атомной отрасли. В Сарове он стартует здесь, на библиотечной аллее. Итак, на старт, внимание, марш! Здравствуйте! Я предлагаю вам ответить на вопрос, за правильный ответ на который вы получите одну из этих книг. Согласна? Согласна. Некоторые улицы нашего города носят имена разных людей. Вы знаете, кто такой Юлий Борисович Харитон? Конечно. Это первый руководитель нашего НЕФа. Благодаря таким людям, как Юлий Борисович, наша страна лишила Америку монополии на ядерное оружие. Спасибо, ваш ответ был верным. Вы получаете за правильный ответ книгу в подарок. Спасибо, девочки, большое. Привет! Мы спортсмены школы номер 16. Подхватываем эстафету проекта «Бегущая книга Росатома в Сарове». Наш трек – площадь Ленина. Три книги из нашего рюкзака найдут сегодня здесь новых хозяев. Ими станут те, кто правильно ответит на наши вопросы. Итак, на старт, внимание, марш! Здравствуйте, это детская библиотека имени Пушкина города Сарова и проект «Бегущая книга Росатома». Можно задать вам вопрос? За правильный ответ вы получите вот эту книгу в подарок. Некоторые улицы Сарова носят имена ученых-физиков, которые здесь работали и жили. Назовите некоторых из них. Харитон. Совершенно правильный ответ. Книжка ваша. Спасибо. И это наш местный писатель. Может быть, вот как раз с дочкой почитаете. Спасибо. В этом году нашему знаменитому писателю-земляку исполняется 150 лет. Его памятник в нашем городе и стоит сейчас Дворца творчества школьников. Назовите имя этого писателя. Еще раз хором. Максим. Книжка ваша. Привет. Сегодня 9 мая. И наша библиотечная площадка в парке «Зато Саров» принимает эстафету интеллектуального марафона «Бегущая книга Росатома». Мы зададим юным читателям вопрос об истории города. А за правильный ответ участник опроса получит книгу в подарок. Итак, на старт. Внимание! Марш! Здравствуйте! Это детская библиотека имени Пушкина и наша акция «Бегущая книга Росатома». Вы готовы ответить на мой вопрос? Да. В подарок получите книжку, если правильно ответите на этот вопрос. Все наши вопросы касаются истории нашего города. Знаете ли вы, чем знаменит наш город? Ядерным оружием. То, что была разработана атомная бомба, из-за чего было уравновешение в мире, что у американцев была атомная бомба. Да, совершенно верно. То есть вот тот случай, когда оружие было сделано для того, чтобы предотвратить войну. Молодцы, вы получаете вот такую книжку в подарок. Спасибо. Здравствуйте, это детская библиотека Сарова и проект «Бегущая книга Росатома». Можно задать вам вопрос? Да. За правильный ответ вы получите книгу в подарок. Что такое атом? Это самая маленькая частица. Правильно, молодец. И вот, пожалуйста, твоя книга. Всем привет! Мы спортсмены школы номер 11. Подхватываем эстафет проекта «Бегущая книга Росатома» в Сарове. Наш трек – улица Павлика Морозова. Книги из нашего рюкзака сегодня здесь найдут новых хозяев. Ими станут те, кто правильно ответит на наш вопрос. Вопросы будут касаться Дня славянской письменности и жизни детской библиотеки нашего города. Итак, на старт, внимание! Марш! Можно задать вам вопрос? За правильный ответ мы подарим вам книгу. Конечно, можно, давайте. Вы знаете, кто такие Кирилл и Никодим? Это они создали арт. Правильно. Это правильный ответ, и вы получаете... Получаете книгу и листовки. Держи, спасибо. А вы знаете, 24 мая наша страна отмечала праздник, который считается и церковным, и государственным. Вы знаете, что это за праздник? Да, я думаю, что это День славянской культуры и письменности. Правильно.
Это афиша нашей детской библиотеки. Мы представляем проект «Бегущая книга Росатома». И за ваш правильный ответ вы получаете книгу в подарок. Где наша книжка? Кстати, ребята-волонтеры, которые работают по проекту, учатся в 11-й школе, а книга, эта книга, ее автор, учитель школы номер 11. Спасибо большое, было очень приятно поучаствовать в вашей акции. Здравствуйте, мы волонтеры проекта «Бегущая книга Росатома». Можно задать вам вопрос? За правильный ответ мы подарим вам книгу. 27 мая отмечается Всероссийский день библиотек. А вы знаете, как пройти в библиотеку в Сарове? Где они расположены? Так, сейчас скажу. Одна улица, не забыла, там проспект Мира, что ли? Да. Проспект Мира, да. Библиотека и имени... Маяковского. И вторая находится... Рядом с чем? Рядом с чем? Недалеко от Плаза. Мы пробежали 3 километра, раздали 15 книг. Это что, 20? Нам понравилось!